Ребята, всем привет! С вами мультяшный пластилин. И сегодня по многочисленным просьбам я леплю, да-да, того самого Губка Боб квадратные штаны. Кто же это такой? Это главный герой американского одноименного мультипликационного сериала, премьера которого состоялась 1 мая 1999 года в США и 4 марта 2000 года в России. Персонаж был придуман морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом, а в России также известен как Спанч Боб Сквэрпэнс. Очень длинное название. Губка Боб – это энергичный персонаж. Губка для посуды. Характерные черты его внешности – это большие голубые глаза, много дырочек по всему телу, аж 40 штук, и рот с выступающими вперед резцами, ямочками и щеками, и веснушками, а также небольшие реснички. Он может по желанию изменять форму своего тела, а также длину и форму рук, втягивать их в себя. Обычно носит белую рубашку с коротким рукавом, красный галстук и коричнево-квадратные штаны. Отсюда его фамилия – квадратные штаны. Его штаны подпоясаны черным ремнем. На ногах черные ботинки, белые носки с синими красными полосочками. Говорит высоким и тонким голосом. Любит петь вместе с Патриком. Губку Боба отличает оптимизм, доброта, трудолюбие и надежность. Он очень умен, но иногда бывает наивен. Его любимое занятие включает ловлю медуз и надувание мыльных пузырей вместе с Патриком. Он не догадывается, но очень часто бывает безумно энергичным в делах, в которых сам ничего и не знает. Лично я сама не очень люблю смотреть мультсериалы длинные, там где много серий, но если вы очень любите, то смотрите обязательно, очень интересно. Но мне безумно нравится сам персонаж Губка Боб. Лепится очень легко и просто, мне понадобилось для него обычный пластилин восковой, а также у меня была алюминиевая фольга и две шпажки, либо зубочистки, как вам удобно. Все легко, просто можете повторить вместе со мной. Инструменты можно даже взять самые простые, самые обычные, не такие, как у меня. Поэтому пробуйте, лепите и продолжайте смотреть видео. Ставьте обязательно лайк, если вам понравилось. Пишите в комментарии, получился ли у вас лепить именно такого похожего Губку Боба или же нет. И вообще напишите, понравилось ли вам мои старания. Я буду очень рада.
А также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм. Мультяшный пластилин канал называется. И в ТикТоке. В ТикТоке у меня два канала. Один мой личный, где я проявляю себя веселой и позитивной, а второй именно по лепке. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами была я, Мультяшный пластилин. Всем пока-пока!